Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Золотая команда керівництва регіону повіншавала переможців і призерів літніх дефлімпійських гульняв. Пам'яті героя сьогодні у Гомелі відкрили меморіальну дошку воєнному льотчику Віктору Оськіну. Бережіть дітей. У Гомелі серйозні опіки отримав хлопчик, який провалився у підмитий кіпінем ґрунт. Новація ДАІ. Смайлік як індикатор хуткості руху. У ближайшие 15 хвилин про гэта и іншае больш подрабязна. Старшыня Гомельскага аблвыканкама Владимир Дворнік павіншаваў пераможцаў і прызёраў 23-х летніх дэфлімпійскіх гульняў, якія ў гэтыя дні праходзяць у турэцкім горадзе Самсун, а таксама іх трэнераў. Гомельскія спартсмены прынеслі ў скарбонку беларускай каманды 5 узнагарод – 3 срэбраныя і 2 залатыя. Медалістамі сталі плыўцы Аксана Петрушенка, Марыя Рудзько і Анастасія Філіпчык, а таксама легкаатлет Роман Гралько. Сваім бліскучым поспехам вы яшчэ раз пацвердзілі высокий узровень белорусских спортсменов. Вы показали сапраўдное майстерство и непохисную волю до перемоги. У черговый раз доказали, что белорусская земля богатая талиновитыми спортсменами. Примите самое широе веншаванне и пожадание здоровья, поспехов и новых блескучих перемог. Говорится о веншаванне. Сегодня у Гомеля открыли мемориальную дошку герою Российской Федерации Виктору Оськіну. 25 годов тому, у этот день, он здійснив подвиг у небе над Новобелецким районом и выратовал его жихару от катастрофы ценой своего життя. Подполковник российских военно-поветренных сил Виктор Оськін у першиню истории далекой авиации удостоены звания Герой России. У 1992 году он отвел свой стратегичный 65-тонный бомбардировщик Ту-22 с полными баками палива от Новобелицы. Летчик загадал экипажу катапультироваться, а сам повел самолет далей от жилых кварталов. Ён катапультировался, коли цалком переконался, что неподуладная машина упаде у безлюдным месте. Однако шансов на выратование уже не было. Самолет разбился у лесе у 100 метрах от чыгунки и у 400 метрах от склада гарушага. Имя героя отримала одна из улиц 104-го микрорайона, где зараз и усталявали мемориальную дошку. Загорелась сигнализация пожара на одном из двигателей и задних топливных баков. Вот. По инструкции положено выключить этот двигатель. Посмотрели параметры, оценили, выключили двигатели. Но самолет падал, потому что в это время был разрушен и горел уже и второй двигатель, левый. Он дает команду покинуть самолет. Ушел штурман, ушел я. И вот какое-то время, несколько секунд он оставался один, понимаете? И он дальше решал, вот как оценивал. Это все мгновения, секунды. В общем-то, благодаря его действиям, его самопожертвованию, наверное, и сохранилась часть района Новобелицы. Потому что если бы в результате падения самолета либо на Новобелицкий район, либо на нефтехранилище, в любом случае пострадали бы мирные жители, и частично район Новобелицы он бы просто исчез. Завтра у Беларуси будет означаться День пожарной службы. Дякуючи ее работе, на Гомельщине досягнуто снижение колькости пожаров. Так, за опошние полгода у регионе зарегистровано 310 узгараний. И это амаль на 18% меньше, чем за отповедный летошний период. Про выники, с якими вратовальники подошли до профессийного свята, наши корреспонденты доведались на пресс-конференции керавництва областного управления МНС. 25 липеня 1853 года было зацверджено створение пожарной части у Минску. У той же час начали з'являться подразделения по всей Украине. С того момента прошло 164 года. Многое изменилось. Сегодня сотрудники МНС выполняют весь спектр аварийно-выратовальных работ. Ликвидация пожару, выратование потерпелых, разбор завалу и навод нейтрализация отрутных речевов. Но сброение – сучасная техника. Вы, наверное, заметили, да, что уже старенькие зилки, как раньше стояли у нас на вооружении, они уже, в общем-то, исчезли. Особенно в областном центре у нас техника вся имеет тоннаж, перевозимый огнетушащего вещества, 5-10 тонн. Скажем так, на вооружении области уже у нас находится 40 автоцистерн тяжелого типа 10 тонн. С такими машинами можно тушить пожары у отдаленных вёсках, где нема ни водозабеспечения, ни водоемов. А подъемная техника позволяет ратовать людей из любых вышинь. Укладом у безпеку стало сёлетнее открытие нового пожарного типа у Ветцы. В угле зараз Гомельское областное управление по надзвычайных ситуациях один из наибуйнейших гарнизонов Украине и по колькости супрацовников, и по техничным оснащениям на достойных позициях и по статистике. Раньше у нас 12 детей погибало. 10 лет назад
У нас на Гомищине средняя гибель детей на пожарах было 12 человек. 12. Сейчас у нас один. Для нас это трагедия. Мы еще и будем ходатайствовать о выработке там, тем службам, кто не доработал. При этом безпека – это агульная справа усяго грамадства. Так часам хутка приехать на пожары, махчима выратовать житё пожарным перешкаджают иншие водители, якія просто не соступают дорогу. Я скажу, что минута пребывания на месте пожара – это часом кажется, особенно если горит твое жилище. Поэтому каждая минута на счету, мы пытаемся как можно быстрее прибыть к месту пожара. Но есть граждане, которые даже видят, что вот едут пожарные машины, да, он все равно едет поперек, не уступит, не прижмется. При всех складанностях службы с каждым годом все больше выратованных жителей. За опошние 5 годов их 834. Дякуючи пожарным оповещальникам, в области выратовано больше, как 90 дорослых и 20 детей. При этом сегодня ставку робить не только на профессийный уровень и технику, але и на профилактику. Акцент на работе с детьми. Клубы юных выратовальников пожарных, акции, телерадио, передачи и иншие формы работы. Правоники якой, говорят лишь бы статистики. Гибель детей снижена в 8 раз. Количество травмированных людей на пожарах снижено на 49%. С 2012 года, то есть как раз за 5 лет, количество пожаров снижено с 1040 до 838. Гибель людей на 48%. До профилактичной работы притягивают самые разные службы. От социальной и ЖКХ до наркодиспансера. Сбавлять обороты не собираются. Насупрать. Так, деле профилактики все больше задействуют информационные технологии и интернет. Бо лепш загодя научить людей жить у безпеки, чем потом рискуючи выратовывать их с полами. Ганна Ковалева, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». 6-годовый хлопчик с запеками 15% доставлены у Гомельскую городскую клиническую больницу. Дитя провалилось у подмытый кипенем грунт на улице Бориса Царакова. Здарение отбылось на вачах мати хлопчика. Жанчына катила коляску по пешеходной дорожце, а ее сын ішов по зеленой зоне. У певный момент верхний пласт грунту под ним просел, и хлопчик провалился. Произошла утечка воды, произошло подмытие грунта. Незначительное подмытие грунта, то есть это не был какой-то фонтан, это не была не какая-то струя, значит, и произошло проседание грунта. Пробегавший, игравший рядом ребенок, который практически ему уже 7 лет скоро будет, просто наступил в этот просевший грунт и провалился. В ходе осмотра места происшествия исследовалась глубина данной вымоины, и она составила около 90 сантиметров. Дитя шпиталізовано у реанімаційне відділення. Слідчий комітет висвітляє уладальника участка теплотраси, на якій відбувся порив труби з гарячою водою, температура якої у ямі досягала 63 градусів. Є ряд статей, які предполагают ответственность в данном случае. Это все статьи, которые входят в главу 27 «Преступления против общественной безопасности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Все будет зависеть от того, в результате чего произошли повреждения, что произошло дальше. В части того, что все прекрасно понимают, что в районе Сельмаша недавно происходило отключение горячей воды. Не исключаем, что это могло быть как-то связано и с этим. Предприемства гандлю працюють во умовах усе больш жорсткой конкуренции и шукають додатковые можливості для утримання на рынку. Серед найбільш распавсюдженных мер – сумесные с витворцами акции по снижению цен, установка энергосберегающих обсталявання и гандаль по попередніх заказах. Олег Сентюров ознайомився с пропановами. На 140 квадратных метрах амаль 1000 наименее урозных товаров. Часы дефициту застанется в далеким минулом. И зараз на вот у сельской краме можно набыть все, что пожидаешь. Вот тут, например, находится мука, олей и на вот абрикосы у сиропе с Китая. Иншая справа, на кольки этой абрикосы корыстаются попытом. У администрации крама означают, покупницкая зональность населения не вельми высокая, потому шмат кто набывает только самое необходимое. Для притягнения покупников гандаль спробує домовиться с вытворцами об снижении цен. Еще одна мягчимость реализовать продукцию, правильная выкладка товару на полицах, это увогуле целая наука, за якой у крамах Гомельской области знакомые не по чутках. По мерчендайзеру там есть такое, что именно, вот, допустим, детские соки вылаживаются на полочке, которые так, чтобы шел ребенок, вот видите вы здесь, и сам какой-то сок выбрал для себя.
У крамах, которые относятся до системы споживецкой кооперации, сегодня говорят об очень жесткой конкуренции. У агрогородку Поколюбича литерально у нескольких метрах одна от одной три гандлевые кропки, две из которых належат приватным предпринимникам. Когда один из них обмежевывается звычайным киоском, другие уже створил гандлево-забавляльный центр. Причем непосредственно у краме все это все обсталевание заменили на сучасное энергосберегающее, а причатку открыли залу для проведения веселья. Это еще одна возможность вытримать конкуренцию. Некий час зала будет окупать затраты, але потом повинно приносить прибыток. Тяжелее стало, но все равно можно. Можно. Мы коллектив сохранили. И прибыль у нас есть, мы работаем с прибылью и развиваемся. То есть то, что вот это создано, это все с прибыли магазина. Крыху легчей сегодня гандлевым предприемствам, которые находятся у районах новобудовлю. Крам тут покуль не вельми шмат, а там и конкуренция не такая жесткая. Во всем гомельском микрорайоне «Шведская горка» по сутности всего один такой объект. Как выник, за неполные 2 года деятельности товарооборот повеличился майже у 4 раза. Хоть все добре разумеют, конкуренты заявятся обовязково, и до этого необходимо быть готовым. Во-первых, ну, коллектив хороший. Постоянно работаем с покупателями, спрашиваем, что хотят, их пожелания. Идем навстречу, ищем этот товар. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Для школьников и студентов летняя пора – это час откласти подручники и отримать асалоду от бесклопотного життя и доброго отпочинку. Але все больше молоди імкнется сумешать каникулы с працей. Студентские отряды БРСМ заняты у сельскохозяйственной, медицинской, будовничей и інших галинах. Молодые, энергичные и мэтанакированные. Менавіта такие активисты БРСМ, что год працуют на территории КСУ Брылёва. Студенты допомагают аграриям на полях и у цеху по перепрацовке городнины. На консервовом заводе зараз працуют 15 помощников. У каждого свой фронт работы. От укладки оформления до инспекции готовой продукции. Зараз тут идет консервация зеленого горошку. За сутки с конвейера сходит около 100 тысяч консервовых слоиков. Я в том году тоже работал здесь в августе месяце. Ну, вроде понравилось, я решил еще раз попробовать. Только уже на горошке. Так что я вот пришел на один месяц, и потом в августе уже можно отдохнуть. Заработаю денег, отдохнем. На море поедем с девушкой. У Гомелі про захование хуткостного режима водителям нагадывает электронный смайлик. Эмоциональное информационное табло разместили на улице Кирова побач с корпусом ГДУ имя Франциска Скорины. Табло працует по принципу радара. Датчик вызначает автомобиль на отлеглости 360 метров и показывает его хуткость. После этого и появляется смайлик. Суму и юнти усмехается, залежит от того, с какой хуткостью проезжают транспортные сродки. Коли яна у межах 60 км за год, смайл зеленый веселый, коли выше – сумный и червоный. Незвычайное табло притягивает увагу водителя и в черговый раз примушает задуматься об хуткости руху. Получается, в городе Гомель на данный момент установлено аналогичных 3 информационно-радарных табла, которые установлены на въезда в город. Это на улице Советской, проспекте Космонавтов и проспекте Реческой. Но там уже у нас будет не смайлики, а просто будет надпись «Снизьте скорость». Вот. Чем мы призываем водителей обращать внимание на скоростные режимы и соблюдать правила дорожного движения с целью обеспечения безопасности дорожного движения. У Будакашалёве прошел конкурс «Под белыми крылами». Его удельники – это около сотни коллективов и вокалистов из Гомельской, Могилевской, Брестской областей и Минска. Юные артисты споборничали у 5 номинациях. Переможца гран-при отримал 500 рублей. Спецприз уподобанному конкурсанту уручил гость фестивалю, удельник Евробачення 2015 Руслан Асланов. Я выбираю сам, вместе с членами жюри. Я прослушиваю всех участников и выбираю тех, будь то это вокалист, будь то это хореография, и все время мне очень тяжело выбирать кого-то единого, который именно впивается в нашу душу, да, именно своей харизмой. Основная цель – это объединить и познакомить между собой творческую молодежь нашего района. Ежегодно растет количество участников, так как индивидуальные исполнители, так и творческие коллективы. Растет география, близлежащие соседи, мы их приглашаем, не всегда получается у них приезжать, но иногда приезжают. Конкурс «Под белыми крылами» проходит уже у 15 раз и промеркованы до дня створения Будакашалёвского района. Гэтые и іншыя новины вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфира спортивный огляд с новинами спорта вас познакомит Максим Савин.